Приветствую. Новый инструмент из нашей мастерской – маломензурный электроконтрабас. Мензура 86 см, бас-гитарная. Струны подходят от контрабаса размером 1 четверть. На данном экземпляре стоит Дадарио, комплектик, колки Гота, двухполосый эквалайзер активный. Пьезосистема, сейчас послушаем звук. Обработок вам, пожалуйста, фирменный звук, даже в нашей мастерской, через обычный комбик Roland 30-ваттный. Сейчас послушаем звук смычком. Все нюансы, все прекрасно отрабатывается. Значит, еще что у нас есть? Упор в бок регулируемый. И инструмент на двух штифтах крепится, то есть гриф с корпусом быстро можно разъединить и провести, может быть, даже в лоукостер. То есть не обязательно аэрофлотом лететь, можно рискнуть победой.